4 мая по инициативе штаба протестных действий Ульяновского обкома КПРФ на центральной площади города собралось более 300 человек, возмущенных бесцеремонным и единоличным решением мэра города Пенкова о демонтаже трамвайных путей в центральной части города по улице Радищева, Спасской и Ленина. На трамваях перемещаются порядка 10 тысяч граждан ежедневно. И не посоветовавшись с нами, мэр города лично, как это он обычно привык делать, принял такое решение. Для того, чтобы порыбачить, весьма здорово, разобрать все рельсы. В этом смысл и другого нет. Набить в очередной раз карманы. Все решения были приняты без обсуждения с общественностью. Напомним, что ранее, 19 апреля, вышеупомянутые улицы таким же способом были переименованы из Советской в Спасскую, а из переулка Коммунистического в переулок Карамзина. Мы граждане свободной страны, мы граждане нашего любимого родного города. И мы с вами сами должны определять, будут у нас ходить трамваи, как будут называться улицы, Советская или Спасская. Это наше право. Наши предупреждения даром не прошли. Буквально сегодня, вчера, власть начала крутить, так сказать, что мы, вот губернатор, дал команду, значит, приостановить Пенков и прочее в этом отношении. Все собравшиеся возмущались, что не будет возможности добраться до больниц, учебных заведений и места работы. Ведь это не просто демонтаж рельс, а демонтаж системы общественного мнения и законности принимаемых решений. Кроме этого, советский трамвай – это экологически чистый и доступный транспорт. Это экологически чистый трамвай. А у нас, по всем данным, атмосфера воздуха загрязнена намного больше, чем требуется. Значит, поэтому решение снять этот трамвай как экологически чистый – это преступление против здоровья населения. Неспособность и никчемность власти Ульяновской области заставила протестующих двинуться к областной администрации за ответом к губернатору. Но вместо того, чтобы выйти к людям, власти в очередной раз выставили кордон из полиции. Наши власти не хотят видеться с своим народом. Вышел только полковник милиции, и то общаться по каким-то вопросам, чтобы только сгладить, потушить проблему, успокойтесь, идите домой, отдыхайте. Если наши требования выполнены не будут, коммунистическая партия выступит с инициативой, я думаю, вы поддержите, выйти на массовый митинг с теми же требованиями.